Тулигенова. Я тогда, у меня Туганова, тут Тулигенова. Я заглянула и говорю, тебе ребенка приносили? Она говорит, нет, сказали, через двое суток. Это еще мой ребенок, еще и двое суток под пипеткой был. Мой ребенок остался с ней, а я ее забрала. Недоношенного, с пороком сердца. Напряг был, продуктов все, как говорится, меньше и меньше, но приходилось по соседям, по родственникам ходить, просить. Что просили? Ну, что дадут. Это я вот в детском доме. Компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей.